Добрый день, уважаемые любители футбола, в частности белорусского футбола. Мы рады вас приветствовать на матче, где футбольный клуб «Неман» принимает «Гомель». И для начала послушаем гимн Республики Беларусь. Ну вот, прозвучал стартовый свисток, и я, как обещал, запасных назову Немана. Это Мариус Рапалис. А вот удар по воротам Ги Стефана пробил. Сейчас посмотрим еще раз повтор этого момента. Быстрый ввод мяча в игру, 11 номер, Антон Матвиенко. Обыгрывает Павла Савицкого, мягкий навес штрафную, головой пытался подработать. Это... И Антон Матвиенко успел к этому мячу. Мяч остается все равно у Гомеля. И удар по воротам. Сергей Черник бы не успевал, к этому мячу очень опасно было. Но нам все равно надо прятаться. От дождя тем временем. Ги Стефан, удар по воротам. Хаткевич Егор дважды спасает свою команду. Браво, Егор. Смотрим повтор. Николай Сиали никак не удается ему зацепиться за мяч. Это офсайд. Показывает судья, показывает, что офсайд. А главный судья показывает Дмитрию Хлебосолову, что это был удар после свистка. И что в следующий раз это будет желтая карточка. Михаил Афанасьев левым флангом. Прострел и не успевает 10 номер Геннадий Близнюк к этому мячу. Фактически можно... Гомель атакует удар по воротам дальний, это выше ворот. В принципе... Сильно навес штрафную. Егор Хаткевич не успевает, и это гол! А вот так вот. Николас Сиалин. Контратака Немана, Павел Савицкий. Это фактически выход 1-1. Удар по воротам. Егор Хаткевич. Браво, Егор! Это был выход 1-1. Смотрим повтор. Егор Хаткевич упускает мяч и не попадает. Игрок Немана по мячу. Вот тут Егор немного ошибся и не находит ничего лучше. Защитник Гомеля, как выбросить мяч в аут. И сами. На Николас Сиалин. Николас Сиалин. Егор Хаткевич кулаками выбивает мяч. Уже после этого было столкновение. Николас Сиалин лежит на газоне. Очень рьяно. Удар поворотами не точно. Вовремя Егор Хаткевич выходит из ворот. Нейтрализует угрозу Николас Сиалин. Вполне мог выйти 1-1. Не было там офсайда. Павел Савицкий. Обыгрывает партнер Егор Хаткевич. Удар и мяч. С внешней стороны. На данный момент единственный гол в матче. Фанаты обеих команд находятся полностью под проливным дождем. Поснимали они майки, уже давно находится Геннадий Близнюк направо. Наверх штрафную. Сергей Черник пропускает этот мяч, также пропускает. По-моему, это был Антон Матвей. На правый фланг передача, снова простел штрафную. Там уже Сергей Черник успевает к этому мячу. И поворот у нас пустые, два обманных движения. Открывает этот удар. Футболисты Гомель временем снова атакуют, падает. Восьмой номер. Нет, это не восьмой, падает девятый номер Александр Корницкий. Судья пока Неман к своим владениям. С мячом Геннадий Близнюк. Наверх штрафную. И там уже очень хорошую возможность забить имел футболист Гомеля. Какого-либо положительного результата Гомель с каждой секундой. Бомбель с мячом. Прострел в штрафную. Там к мячу стремится игрок Немана. И гол! 2-0! Еще остановится Хозяев. 2-0. Выходит Егор Хаткевич из ворот и выбивает мяч из-под ноги Николаса Сиалина. Вышедший, прибежавший на помощь своему голкиперу. Футболист Немана. И звучит у нас финальный свисток. Поздравляем, Неман, с победой!